Всем привет, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, а также гости и зрители моего канала. С вами Даев, и я выражаю огромнейшую благодарность Бартикус Барту за его неимоверную регулярную поддержку. Благодаря вам, мои дорогие зрители, у меня есть возможность приобретать лекарства, проходить обследование своих глаз и просто жить, мои дорогие друзья. Спасибо тебе от всей души, Бартикус Барт. Извини, что не сразу, но, к сожалению, ты знаешь почему. Я не знал про твои донаты. В общем, отдаю тебе свою честь. И я прочитал все комментарии. И, наконец-то, на 25-й серии, если это серия 25-я, мне кто-то написал, что это блок, а не мод. Поэтому Юрий Александрович и игнорировал это. Просто все писали, что это мод WorldPad. Но один человек написал, что это блок. И я, естественно, зашел и понял, что у нас вместо стыковок есть блинские... уже встроенные блоки стыковки. И второй комментарий тоже топовый, который позволил мне понять, как вращать вот это вот недоразумение. Сейчас мы его возьмем в руку на букву Р, для тех, кто не в курсе. Так, здесь мы отцепимся от перта. То есть, зажимая левую кнопку мыши, мы можем вращать стандартными клавишами вращения вот это вот все дребедень, как нам удобно. Это сэкономило бы полжизни мне. Спасибо огромнейшее, ребята, вам за комментарии. Я все равно их иногда читаю. И даже лайкаю. В общем, у нас есть новый блок. Называется он WorldPad. Вот так вот он выглядит. А, это другая игра, извините. Вот так вот он выглядит. И, в общем, требует на себя один компьютер, одну стальную пластину. Ну, компьютер жалко, конечно. А на большой, на взрослый. И оно уничтожается. В общем, за счет этого я приварил вот эти два блока. Вот здесь. И как раз понял, как это все работает, система ниппель. Туда ду и обратно. Ну, в принципе. Облегчило ли мне эту жизнь? Ну вот, чтобы пристыковать вот эти два блока, у меня ушло минут 15-20. Так, ну и как многие писали, мы проходили, сразу строили себе маленькое, хорошенькое. Это вот все предотачено, да? Угу. Строили маленькое, хорошее, чтобы им как раз все истыковать. Давайте это и сделаем. В общем, настроение отличное. Это не та игра. Почему Юрий Александрович не пользуется встроенным планером? Потому что он такой... Ладно. Такое? Так, а как тут свет же взять? Shift-P. Блин, как тяжело игры менять. Так, и следовательно, если у меня вся эта система есть, велдинга, да? Туда-сюда. Туда-сюда, сюда-куда. Куда-сюда-туда. Туда-сюда-куда. Эх, система ниппель туда-ду и обратно. Так, это можно спиливать, это можно спиливать. Так, что у меня тут есть? Большая батарея есть, есть. Пульт управления есть, есть. Гироскоп есть. Ну, давайте пользоваться вот этими блоками тогда. Вот здесь мы поставим как раз этот пад. Вот если бы вы мне сразу написали, что это блок, а не мод, я бы сразу же вас понял, ребята. Но так как не понял, как говорится, Юрий Александрович тормоз. Все как обычно. Ну, простите уже. Теперь я все знаю. Так, что мне еще надо? Туда... Так, стоп, в смысле туда-сюда? У меня же вроде как большой... А, это же просто нужен для того, чтобы туда-сюда, да? Какой у меня словарный запас? Да, кому мои шуточки-прибаучки неприятно слушать, ну, пожалуйста, простите, когда мозг делает что-то одно, а еще надо и разговаривать, еще и... Епона, мать. Что это так бумтикнуло? Это я, наверное, своими железными яйцами воткнулся. Это в большинстве случаев говорится все на автопилоте. Так что могу нести чушь. Чушь будет бешено визжать. Тик-тик, укрюк. Так, это сделал, да? Ну, давайте смотреть, как эта система работает. Так. Это мы тоже дала. Кстати, тот, кто думает, что подпиленный блок ничего не весит, да, надо еще по разным осям разнести вот это вот ваше все. Все прочитал, честно, октябрецкое. Попробуйте с этим модом это сделать. Так, что мне надо? Мне надо посмотреть запись. Включена, не включена. В какую сторону? Это вперед. Значит, это мы зажимаем левую кнопку мыши, вращаем сюда. Правильно? Теперь вращаем сюда. Блин. А вы говорили
Ну-ка, упади-ка. Ну, не надо, не ломай. Взял мне, поставил в позу мама, мыла раму. М? Так? Не так. Сейчас. Это не так просто, как вы думаете. Даже имея возможность вращать что-то, оно один хер занимается какой-то ней. Так, не туда. Сейчас повернем. Так, не можно? Не можно. То есть зажал. Да развернись ты. Вот, молодец. Вот так и еще вот так. Вот. Теперь вперед. Теперь взад. И теперь его надо провернуть. Нет, стоп. Сейчас он как раз неправильно. Фигня переделывай. Я бы с удовольствием, друзья мои. Вот он вообще не крутится. Представляете? Так он так крутится, так он так крутится. Сейчас. Ну, не скажу, что прям очень легко. Ва! Юрий Александрович заслуживает лайку. И других 100 бак. Думаю, что заслуживает. Так, для чего мне это, малый соединитель, сюда? Хрен его знает для чего, но для чего-то нужен. Наверное, для того, чтобы я на нем присоединил себе вот эту штуку, да? Здесь у меня будут трастеры на подъем. Мне нужно еще два трастера право-лево. Теперь, может быть, присоединим адекватный гироскоп к себе куда-нибудь. Кто рычит? Это ты рычишь? Так что, как говорится, не мы такие, жизнь такая. Не легче. Не скажу, что прям очень легко все вот это вот делается. Ну, по крайней мере, делается, и на том спасибо. Сюда и куда-нибудь еще сюда. Вот, буду стоять на нем. Шипись-ка. Ну, чуть легче, согласен. Чуть-чуть легче. Кись. Так, теперь зажимаем, и нужно чуть-чуть его повращать. Ну, давай, блин. Ну, давай. Хе, я изделил. Так, право-левые трастеры. Ну, наверное, вот сюда вот мы их и воткнем. Вот эти вот два блока, блядь. Стоящие, извините. Чихнул. Мне сейчас что-нибудь пильнул, мне как все это развалится нахрен. Давайте сразу же без этого. Так, там блок есть. Трава в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе. Я боюсь вот этот блок пилить. Отвалится, не отвалится. Хер же его знает. Бля, еще. Может быть, он на всем на этом и держится, вот на этих вот двух блоках. Давайте вот сюда вот блок воткнем, если он туда воткнется вообще. Наверное, не воткнется, надо поднять жопе. Ну-ка. Ну-ка, Филистрат Кастратович. Так, игрик. Игры тяжело менять. Бжжж, поехали. Как-нибудь тебя наклонить бы. В любую из сторон. Ну... А можно и так и оставить? Не можно, да? Сейчас перехват включу. Так не работает. Так тоже не работает. Ёпона мать, вернись. Ага, у меня тут трастер-то не рабочий еще. Ну, пожалуйста. Я тебя прошу. Все, придумал. Ну-ка, не лагай. Не лагуй меня. Да, кстати, ссылки под видео, если не забуду, выложу вам наконец-то... Ссылку на данный сценарий, мною обдатированный, а ссылка на создателя на первом видео есть. Так, как? Г-меню. Колесико покрути. Очень тяжело после Империона приходить в Space Engineer. Сразу вам говорю, это колоссально тяжело. Нет, вот это вот, наверное, все-таки блок. Давайте уберем нашего лорика. Лорик. И Лорику тоже огромнейшее спасибо, потому что регулярно поддерживает и держит для нас наши любимые сервера. Почему я не могу приблизить? Потому что я не в креативе. Внезапно. Так. Ну, стань большой. Всегда же было, можно было приблизить колесиком мышки. Ладно. Ладно, бабка, не ори. Вот так вот. Все, нормально. Вибрострел готов. Так. Оп. Вот.
что и следовало доказать. Сейчас мы подстрахуемся немножко. Вот прям хочется. А я там угол воткнул, что ли? Игорь. Ай, пусть будет угол. А чё ты орёшь-то? Чё орёшь-то? Всю рыбу распугаешь. Хрен с ним, пусть будет угол. А туда не могу, да? Да хер на тебя. Вот. Теперь смогу. Так, тут блок. Нет, ну если уж угол, то угол. Ну сюда он не лезет просто. Ладно, мне в одной стороне вполне достаточно. Про кран тоже читал, что там Т какой-то... Т третий инструмент будет. Когда-нибудь. Начнем просыпаться вместе. Так, раскривушку построил начальника? Не построил. Так, на тебя нужны большие трубы. Куда мы поставим эти трастеры? Я думаю, вот сюда вот их поставить, туда и обратно, да? Видите, как легко и непринужденно это все делается. А вы говорили. Всего лишь навсего надо было Юре написать. Юра, это мод. Это блок, а не мод. Я бы сразу бы понял. А так не понял. Так, еще два. Фе. Унями. Так, 8. Раз, раз. И ты трес. И сейчас мы с вами переделаем этот. И, кстати, бур можно в него будет воткнуть, если он будет нормально на подъем. Я застрял. Я мухожук. Так. Где еще трастер-то? А один? Что, простите? Совсем один? Или чуть-чуть один? Кто его знает? Так, цепись-ка. Поехали. Ну, хоть один. С корабля скуйнул. Да японский ты нюх. Тише. Так. Йо. Бросок через бедро. Онлайн без регистрации. Ну, кофе. Так. Прям интереснее играть стало. Немножко провариваю, чтобы нечаянно не пильнуть. Так. Ну, бери. Надо было посильнее его провернуть, потому что я сейчас на данный момент... Вот это вот жопь, вот это не жопь. Слушайте, можно эту блинскую траву пореже сделать? А то я тут это... Мне начала почему-то инженеры того самого. Плотность травы нет, спасибо. А то я в этих джунглях вообще ничего не вижу. Спасибо. Нормально? Нормально. Плюс... 0 кадров. Так, это перед, это зад. То есть задом сюда. То есть вот так вот берем ее. И не так. И не так, и не так, и не так, и не так, и не так. Вот так вот. Вот так вот. И ёпс. Next Gen с Next Чебурашками. Как же это легко. Эх. А мне никто не сказал, а? Ну, люди. Так, ладно. А, чё ему там надо было? Трубы, по-моему, да? Трубы. Да, про то, что ячейки сохраняются, если пилить не то, что надо. Это я тоже прочитал. А все благодаря Бартику с Барту. Настолько обрадовал, что я пошел читать и искать. Да почему так мало места-то? Места-то. Ну-ка, фе. Че надо? Тонкие трубы? Нет, не тонкие трубы. Мне нужны еще решетки. Вот. Молодец. И моторы, естественно. Ну, ладно, в следующей жизни. Когда я стану кошкой. На-на-на-на. Так. Да, моторы и строительные компоненты. Могёшь, когда хочешь. Так. 10. Да почему? Потому что другая кнопка. 10, так. Так, строительные компоненты и моторы. В общем, округленный, все аж перечитал. Херака не в ту сторону. Тяще. Звезда, Юрий Александрович. Пленительного счастья. Детач. Ну какие ж. Ну какие ж. Так, 8. Компьютер не хватит. Какой догадливый. С виду дурак, а так все понимает. И в общем, вот так вот мы теперь и играем. Где эти компьютеры? Нет, не надо мне столько. В одной игре, сами знаете, в какой так, а в другой игре не так. Что у нас тут?
Погода так и шепчет. Займи, но выпей. Дождь. Падают капли. С неба на крыше мокрый асфальт. Помните такую песенку? Эта песенка вообще 90-х годов. Блин, какой же я старый. Я супер стар. Так, взяли, зафиксировали, повернули. Не туда, не туда. Вот так вот, вот так вот. И вперед, 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 вперед. Так, 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 так. Теперь туда. Сосиска. Сарделка. Работает. Где у меня еще один двигатель и где мне его скоммуниздить? Так, что у меня здесь? Здесь у меня полный. Ой, простите, пожалуйста, ребята. Простите. Вы слышите, что у меня какой-то голос такой странный? Бросайте. Вставайте на лыжи и бросайте. Так, мы здесь что-нибудь можем чем-нибудь разжиться? Особо вкусным. По-моему, ни хрена, ничем. Его надо просто пилить и все. Кто здесь? Так, что мы хотели? Мне нужен один трастер. Блин, думаю, кто у меня там стоит? Что у меня тут стоит? Так, давай, прыгай, Филистрат Кастратович. В общем, очень рад, что поддерживаете меня и даже комментариями, и подсказываете. Я рано или поздно познаю весь дзен. Вот пишет 120 кадров. Ощущение, что у меня на экране их 10. И то ли это SimSpeed, такую бяку мне пишет, то ли не SimSpeed. Где у меня корабль-то вообще? Мне еще один трастер нужен. И не один, я вам скажу. А, я ж так и хотел. Точно. Сейчас мы его приземлим. Да? И улучшим. Я знаю, что вы хотите, чтобы я собрал что-нибудь другое, хорошее, а не вот это вот ваше все. Но как-то так. Давайте проверим сразу же батареи. Они могут на зарядке стоять. На зарядку. Трастеры. Это трастеры чего? А, это трастеры. Сиди, дурак, я сам открою. Открою, да. Ну, зарядка. Смотрите, какой догадливый мальчик. С виду дурака, так все понимает. Так, от С писька. Работай. Работает. Не бейся. Одумайся. Ёпт. Это сейчас камера так дрыгнула или у меня корабль так дрыгнулся? Вы знаете, у меня снизу там это все под это. И люди ловят кайф, как мне сказали, от того, что в этом режиме им больше всего интересно строить. Ну что ж, будем строить. Если вам интересно строительство, будем строить. Мы ничем не ограничены, друзья мои. Так. Что-то я, по-моему, нежно приземлился. Давайте выключим сразу же двигатели на циферку 6. Не видно, ни хрена. Пора теперь клавиатуру еще менять. Теперь черная клавиатура, к сожалению, не тащит. Так, это у меня взад. Взад остается. Вправо, влево. Какой уходит? Вот этот вот уходит, да? Ам. Ам. Да не надо в лоб. Буря мглою небо кроет. Ну, кофе. Так, туда и сюда. Ты достроенный, что ли? Нет? Ты чё такой? Понятно, мотор не хватило. Ну, а чё тогда пришел? Коль подарков не принес. Ватная. Ах, да, шуточки. Шуточки, Юрий Александрович, шуточки. Так, ну-ка. Зажать и правой рукой. Чувствую себя пианисткой. Кофе. Опустить. Вот. Тык. Все. Ладно, согласен. Удобней. Намного удобней. Так, теперь мне не хватает трастера на подъем. Ну, здесь как раз трастер на подъем и будет. Так, тормозной я не могу убирать. Право-левую не могу убирать. Вот этот взад не могу убирать. Вперед. Взад. Взад. Мы поставим большой, правильно? И сейчас весь этот краулер нахрен переделаем уже по-человечески. Без этого всего вашего. Блин, скид дождь. Ну, хоть эти панели там охреневают. Надо их, правда, растащить, тогда они поактивнее будут. Так, и взад. Больно, но бесплатно. Е-е-е, деточит. Деточит. Ну-ка, к концу, папа.
Летать мой. Тру-ля-ля. Ютуб, не слушай меня. Так, а он прям сюда же встанет. Да? Ну, с точки зрения... да должен. А вот так, что ему помешает встать вот прям так? Ну, кто его знает. И второй туда же. Удобно, удобно. Next Gen'а. Прямо, вы знаете, прям почувствовал себя инженером-строителем. Да не дай бог. Ну-ка, фи. Ну-ка, фи. Жалко, что тут надо и левую кнопку мыши держать. Я не пойму, где у меня это. А, пластина там. Хорошо. Так, так, так. Ну, повернись. Не строй себя суперменом. Ну-ка, повернись-ка вокруг своей оси. Это не та оси. Вот так. Так вот. Давай, шипись-ка. Ну, повыше, наверное, да? Да, блядь. Да цепляйся ты. Я уж испугался. Так, вперед, назад, вправо, влево есть. Один не проварен, и это у меня уже будет летать. Чего ему надо? Мотор один. А есть? А если найду? А нет. А здесь? А здесь вообще никого. А тут? Что надо? А, моторы. Это такие потенциалы открываются перед нами, друзья мои. Может, на него потом приделать будет бур, сундук. Там кто-то разведчиков делает, конструкторов делает, да что только не делает. И сейчас с точки зрения... Где ты? Оно должно летать. А если ему даже сделать какую-нибудь присосиську, то оно должно хорошо летать. Ну что, полетели? Что-то не летит. А почему? Я что-то сейчас не вкурил? Бля, стяща, а кто мне их выключил? Я вообще-то не выключал. Можно было делать и поуже, кстати, если чё. Очень удобно. 2 часа. Я этот, Аладдин. Мужик я. Я в него запрыгнул потом. Аладдин. Звездец. Юрий Александрович Паладин звездецом-ка. Ну-ка, пше. Компьютер и стальная пластина, да? Почему не встроенный планировщик? Потому что подходишь вот так вот, нажимаешь нужный тебе блок, и правой кнопкой мыши нажал, все. Все, что тебе надо, у тебя в руке. И все, никуда, никаких G-меню, P-меню, H-меню, ничего не надо. Как мне теперь на тебя залезть, зараза? Пусти. Пусти погреться. А, понятно. Сильно стукнется, если это. Какой из них какой? Вот этот. Не сильно стукнулся, нежно. Но что-то задымилось. А что задымилось? Коннектор? Да нет, а чё дымит-то синим пламенем-то? Кем ударился-то? Тык-тык-тык-тык-тык. Или это такие встроенные дымы? Или это пыль? Это поползун. Так, хотим ли мы сдвинуть его? Да нет, не хотим, потому что у нас боковые трастеры. Пусть будет таким. Ты приговариваешься быть именно таким. Главное, батарею не расхреначить, а все остальное мы переживем, ребят. Поэтому мы ее немножко вот так вот усилим, чтобы мордой лица не втыкаться. И здесь уже сделаем стыковочные ноги, которые позволят нам подносить нужные нам трастеры в нужные нам места. Вот, сюда пару ног. И будем уже переделывать. Так, что мы будем с тобой делать? Это у меня жопь, да? Вот эти вот ноги мы отпиливаем.
и сюда мы должны положить блок. Да? Сейчас он у меня еще и облегчится раз в 10. Но, по крайней мере, он будет себя адекватно вести. Почему у меня фара в жопе смотрит? Внезапно. Так, вот эти вот пластинки тоже туда. У меня три больших трастера. Два вниз. Правильно? Правильно. Два вниз и один взад. Потому что иногда тяги не хватает. Так, два вниз. Берем 8 сюда. Умница, девочка. Теперь берем ша. Ша берем, подождите. Си. И. Так. И это нос. Почему ты у меня в позе мама мыла раму стоишь? Грик, ну-ка, выровнись. А, хе. А нужно ли мне две ноги? Интимный вопрос. Пока не нужно. Ну, пластин мне хватает. Дождь, хватит. Достаточно. И сюда ставим сразу же ногу. Сразу же ногу ставим, но ногу не просто так ставим, а ногу ставим на... На... Ротор. На рот. Так, улучшенный ротор или обыкновенный? Без разницы. Так, что мне здесь не понадобится? Пока конвейер не понадобится. Ротор. Ших. У-у-у. Не гуди. Не гуди, бля. На всякий случай подстрахуй. Имся. Хотя бы с одной стороны. Кто там все время прорисовывается? Да, надо в него забегалочку сделать удобную. Очень удобную. Да не, нормально. Теперь буду биться об этот... Ебиться сердце перестало. Так, нормально летает? Вообще отлично. Смотрите, у него даже вид. Это гром. Гремит. Так. Если мы сейчас... Аккуратненько. Аккуратненько. Надо его отцепить, ребята. Потому что если прицепить к прицепленному, может быть, сами знаете, чего. Может быть, хуняме. Так. Так, давай с тобой сразу же будем решать. Мы тебя по циферке 0 забираем. По циферке Ctrl отпертаем. Стой, не роняй меня. Фе. Стой так, я все уложу. Нормально? Ну, как сказать? Ну-ка. Ну-ка, уходи. Ну, иди, давай. Не полностью проваренный вообще никогда в жизни не сможете. Я его, наверное, прям на голову себе уроню сейчас. А, стой. Он идеально стоит. Просто идеально стоит. Поехали. Теперь выравниваемся относительно него и цепляемся. Япона, мать. Игра другая. Игр тут наплодили. Вид из кабины. Чё это? А, сохранение. Улыбка ее. Украшение лица. Взяли бревнышко, понесли бревнышко. Тихо, тихо. Бум-бум. Так, и он его взял не за тот... Не за то место, да? Он должен за плоскость его взять. Да. Стой. 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 Блин, надо было кабину ставить. Как уйди с экрана. Так, сразу же сюда тогда ему привариваем штучку. Аккуратненько, наиаккуратнейшим образом. Вот так. И он не взлетает. Он просто не взлетает с ним. Факир был пьяный, фокус не удался. Так, ротор. Нижний пердел, верхний пердел, да?
угол 360, либо 0. Нижний передел. Нет, подожди. 360 или 0? Мне надо его провернуть. Ну, направление я правильное задал. Это будет провернуть на 90 градусов, да? Верхний передел 90 градусов. Но это я так. Извините. Так, и все нормально. Отлично. Как будто так и было. Теперь здесь аккуратненько делаем 90. Достаточно. И он не летит. Летит, но с большим-большим скрипом. Тяжела. Ты шапка Мономаха. Так, подожди. Не отвлекай. Видишь, дядька тут плохими делами занимается. Да почему ж ты падаешь-то? Давай. А ногу оставил хотя бы? Фух, я сделал. Ты сделала плохое дело. Ты сама его хотела. Так, боковые трастеры. Да тоже надо все переварить, ребята. Теперь у нас такой потенциал с этими перевариваниями, что прям вообще отлично. Раз, два. Это можно его и сузить, и прям облагородить. С этой модификацией можно все. Так, право-лево. Два с этой стороны право, два с этой стороны лево, вверх-вверх. И теперь придумать, куда мне себе воткнуть вперед. Ну, если он поднимает, то он хоть и поднимает со скрипом, но поднимает. Сейчас моторы себя насажу на все моторы, которые только были. И пойдем опять искать моторы. А, где у меня моторы? Моторы. Моторы выйдут? Выйдут. Блестяще, мне их еще и не хватит. Вставляете? На один-то точно хватит. Так, это вперёдный трастер, да? Надо его и поставить вперед, вот сюда вот рядышком к нему поставить. Или можно здесь на площадку. Пук-пук. Ну-ка дай. Так, мы тот же вертолет все равно же будем пилить. Так, в первую очередь, что мне надо с него? Головку. Это трубы. Да, головку отдай. Вау. И пищевые по стенам полетели. Вот и мотор приехали. Когда я это все состыкую, ребята, у меня будет прямо это супер. Можно будет включить оптимизатор, и сейф наконец-то будет не пол гигабайта весить. Даже себе представить не можете. Ладно, этим я займусь за кадром. Так, тебя детачить, да? Unfriendly. Ты меня задолбал. Своими френдлями. Отдайся. Как медленно. Да, кстати, открытая дверь пилится ровно с той же скоростью, что и закрытая. Так, как тебя переприватить-то, зараза? Ты отказала мне два раза. Тык, что тут? Балочная половина, а это что такое? Кто такой? Таймер автоматона. На. Таймер автоматона, на. Контроллер событий, на. Батарея. Вас издентить. А, блестяще, ты меня задолбал. Кто ты? Что ты такое? Сейчас опять какая-нибудь встроенный светильник. Давайте на него воткнем панель управления. Панель управления. Глядим, что он там хочет. Что в тебе такое? Водородный ускоритель. Панель доступа. Парашют. Ворк. Тебя доварить и подпилить. Правильно же я мыслю? Попробовать взломать так.
H4.1 и Dentity Unfriendly. Вы задолбали вы со своими панелями этими блинскими. Сейчас мы их попилинг сделаем. Ой, кто это меня ударил? Нога. Тоже халява. Тут этих панелей слишком много, поэтому и unfriendly. Ты чё мне в рожь светишь, я так ничего не видно. Так, колесо. Вместе со стойкой шасси. Еще одна штучка. Так, вот еще одна штучка. Вон там еще одна штучка. Ну давай, давай. Так, здесь больше таких штучек нету. Да до хрена. Да ладно ты. Так. Слушайте, ну это такие сейчас потенциалы. Так вот все хочется это сделать. Вот проваривать его или не проваривать? Вот в чем вопрос. На зарядку его ставить или не ставить? Давайте сплюнемся. Ты чего? Ты куда? Сколько всего успели. И все благодаря вам, друзья мои. Допиливаем ту фигню. Перепривачиваем. Забираем водородник. Сейчас уже сработает. Да ты задолбал меня, блядь. Тыщи. Все, мою. Ё-моё. Так. Уходим, уходим, уходим. И теперь, если мы все маленькие эти, то можно будет автоочистку включить. Ура. Во, я даже на место его поставил. Так, что мне еще важного здесь надо? Да ни хрена ничего. Мне надо еще один двигатель поставить, но куда? Куда его поставить? Так, сюда вот мы переставим... Толкательный двигатель. Пускай пока поживет здесь. Да, так бы я бы не отважился этой ней заниматься. Переставлением. Тут компьютера не было? Не было. Было. Зато компьютеры пропадают. Имейте в виду. Что вы имеете в виду? Что имеет в виду? Так, это пилинг. Вот здесь вот он и будет лежать. Вот в этом месте прям. Вот прям вот тут. Так, это пилинг. Это дежопинг. Как любит говорить этот. Какого? Сейчас, секундочку. Лазерсон повар такой. Говорит, дежопируем эти огурчики. Кстати, очень рекомендую, очень хорошо. Много можно чего почерпнуть. Все равно компьютеров не хватает. Ну ничего, компьютеров нам хватает. По крайней мере, мне написали, что стойки для оружия это просто декоративный блок. И, Юрий Александрович, не ахайтесь. Где? Где? Где бросил-то? А, здесь и бросил. Не ахайтесь, не это. Не пытайтесь их чинить. Ну что ж, тоже хорошо. Давай, сосиска. Орделька. Так, мне тебя надо вперед протолкнуть, да? Чуть назад. И перевернуть. Почему тут все время X, Y, уй, в разные стороны срабатывает? Ну скажи спасибо, что так хотя бы есть, но тем не менее. Хотелось бы как-то получше. Вот он его вокруг своей оси, вот по этим клавишам крутит и все. А мне надо его перевернуть это, а я могу попробовать... Блять, еще... Выкинуть его нахрен. Чтоб не мучился. Ладно. Ну-ка, давай-ка. Давай-ка, плясать и выходи. Теперь ослабляем. Ослаблять. Это два слова. Это одно слово. Чё несём? Так. Так. Продолжаем подготовку площадки для нашего супер-пупер
корабля. Стящие. Сюда он встанет? Да встанет, куда он денется-то? И сюда. Третий. Если на него хватит моторов, то это будет хорошо. Если не хватит, то это будет еще лучше. Так. Переделай, Юрий Александрович, уже нормальный себе корабль. Да когда же? Ну вот, будет за кадром. Переделаю. Как мне его, за что мне его взять? За перед, да? А там провернуть в нужном мне направлении. А так летит. А так летит. Так, перелетаем сюда. Инженеры. Инженеры. Надо его тоже, наверное, сдернуть. Сегодня новые гриды пока не ищем, потому что модернизируем все остальное. Это я что сейчас оторвал? Ничего. Оказалось. Бедный коннектор. Нет. Так просто. Напугал. А. Переделаю корабль обязательно. А, у меня их два. Волшебник. Так. Чего отключено? В смысле отключено? Какой перехват тяги? Ты что там? Ну-ка не пей. Вредно. Бум-бум. Сколько у меня сил ушло на то, чтобы эту фигню сюда водрузить? И сколько сил, чтобы ее еще отсюда и скинуть? Ну-ка уходи. 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 Я... Блядь! Стяще! Сколько их было? Ой, сейчас, секундочку. Подождите секундочку. Дышите, Юра, дышите. Правильно, еще похоронка давай тут заиграет. Что-то я как-то не ожидал, что он настолько... Упак. Оля. Оля. О, звезда-то я. Пленительно. Вторая попытка. Тихо. Ну-ка, не это меня... Не-не-не-но-но. Ну-ка ты уходишь отсюда. Сейчас мы его аккуратненько. На этот раз очень аккуратненько. Блястяще. Да. Это я могу. Вы говорили... Так, а что-то на два, что ли, присосался? Что-то я не пойму. Кто? Кого? Куда? Вот этот. Отперто. А что ты? Заклинил-то. Да что такое, уйди. Не вижу. А, на два заперся. Так, ты уходишь. А, ноль. Экшен хотели, а мне еще там добавь пауков, еще что-нибудь добавь. Все нажал, все, что мог нажать, все нажал. Почему ты застрял-то? Потому что игре похеру. Оно. Все. Нормально. Уйди. Игре без разницы. Кстати, а здесь, может, у меня силы увеличиваются? Но я бы не сказал бы, что они прям уж сильно увеличиваются. Че, опять застрял? Я в тебя сейчас плюну. Давайте, наверное, его цепнем ногой. Ага, рукой. И тебя об него убьет. Так, я не могу понять. Не вижу. Я это как маленькая моська пытается на большую собаку залезть. Примерно то же самое сейчас у меня и происходит. Так, открыто. А к чему ж ты прицепился-то? Вы что-нибудь видите? Я не вижу. Но он не двигается. Двигается.
Так, ну только не надо его ронять. Давайте, наверное, его сейчас за жопу зацепим. Давай, прыгай ты, моя моська. Сейчас мы его возьмем аккуратненько. Он может туда не зацепиться, вот в чем беда. Второй попытки не будет. Имейте в виду. Что вы имеете в виду? Что имею, то и в виду. Так. Эй! Не бейся об вертолет. В общем, не тяговая фигня получилась, но хотя бы летает и на том спасибо. Так, вид из кабины. Можно наблюдать свою ногу. Аккуратненько. Нежнее, нежнее. Ниже. Надо прицел сделать. Опа. Идеально, если бы не было бы так... Извините, междометия пошли. То летит, то не летит, да? Нежнее. Нежнее. Так, П, да? Отцепись-ка. Не удается запарковать. Так ты отпаркуй. Хочешь не, хочешь куй, все равно получишь. Отпаркуй. Я его так не могу поставить. А, стоп, я его как раз так и должен ставить. То есть жопой-то сюда. Слушайте, я его правильно запарковал-то. Так, теперь мне нужно на него приварить штучку. Да, конечно, было эпично. Рейтинг компоненты нужны. Надо сюда сундук переставить. Да что ты делаешь? Сюда сундук переставить, чтобы можно было этим всем заниматься. Ведрищу. На. Да давайте его на 180 градусов провернем и не ошибемся, да? Если он мне весь корабль не перевернет, то будет хорошо. И как раз туда оно должно быть в теории. Но это не точно. Знаете, как мы подстрахуемся? Вот так вот. Пусть попробует такой штук перевернуть. Волшебник. Сразу видно, инженер. Любитель. Так. А мы, кстати, здесь можем назначить ротор реверс. Правильно? Можем. Только это будет очень сильно неудобно. По крайней мере, мы можем в этот реверс. Увеличение, блокировка роторов к выклу. Это обязательно. Далее. Что у меня тут? Верхний передел увеличить, уменьшить. Очень неудобно. Вот просто. Увеличить, уменьшить. Увеличить верхний, увеличить нижний. Уменьшить. Вот на одну кнопку это сделать нельзя. Увеличить. Чё? Уменьшить? Правильно? Уменьшить? Нет, неправильно. Сейчас, одну секундочку. Какой этот? Уменьшить нижний передел. И теперь мне надо вот эту вот блокировку ротора сюда. Блокировка ротора сюда. Потом уменьшить. Да что ты, блин? Кнопка мыши отваливается. Ни у кого нет микрика лишнего. Уменьшить верхний и увеличить верхний. А. О. Так. И кнопочку. Какую мне там надо? Добавить реверс? Давайте попробуем. Так. 39, 3, 33. Че он, по 60 градусов, что ли? Че, пьян? Крутичка, крутичка. Надо вовремя будет нажать. Еще. 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 Кончил, закурил. Стой так, я все улажу. Летели стыковаться. Почему он вверх-то не летит? Ну давай ты, звездокрыл. Со скрипом. Так, аккуратненько не бьемся. Аккуратненько погружаем. Мне бы жопу поднять, вот цены бы мне не было. Погружаем, проталкиваем.
Аккуратненько. Жоп, говорю, надо поднять. Еще. А можно отцепиться от него? Пи. Скорее всего, не можно. Не можно, потому что у меня просто тут шасси. Это зацеп. Отперись-ка. Отперись-ка. Все. Корабль модифицирован. У меня сюда трастера не хватает, да? Так, и моторов. Просто немерено моторов. Ребята, мы с вами модернизировали табуретку номер 2. 6 моторов. Сейчас будем шукать по всем моторам. 70. 76 моторов. Это становится уже интересней. Сук. Я бы еще пару моторов гнездить. Есть? А если найду? А нету. Гадя Петрович, хреново. В чем у нас есть моторы, что он мне не очень необходимо? Сколько надо моторов? Ну-ка. Так, мне не хватает 13 моторов. Счастье было так возможно, так возможно и так возможно. Сейчас кого-нибудь раскулачим полностью и нежно на моторы. Так, в ногах есть моторы? Есть один. Это мне 13 ног надо отпилить. Здесь есть моторы? Есть. Все стыковочные блоки совершенно со спокойной душой распиливаем. Тем самым забываем себе моторов в твою хучу. Так, 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 так. Где-то еще тут ведро этих стыковочных блоков. Это водородный. Давайте его доварим. От греха подальше. Так, а если я это отпилю? Ничего не отвалится? Ну, вроде как нет. Но это не точно. Так, итого 3. Нужно еще 9. В ноге есть. Здесь не есть. Не пить. Так, ты кто такой? Ты малая батарейка, ты малая батарейка. Ты нужный, ты нужный, ты нужный. Здесь таймер. Я же его для чего-то принес. Еще один маяк. Надо, кстати, на тот корабль маяк себе поставить. Так, это у меня баллоны, да? Это все малые водородные баки. Слушайте, теперь баки вообще прям приваривать только в путь. И в них тем более, что нет моторов. Вот 4 мотора. Так, пойду-ка я раскулачу тот вертолет. Я больше чем чувствую, что на нем еще есть моторы. Должны быть где-нибудь. Эй, мотор есть? А если найду? А если сдейнтед? А его не взломать, эту батарею? Да надо его пилить. Блин. Ну давайте временно, наверное. Так, в тебе есть моторы? 8. Ничего себе. Так, смотрим. Кабина багги. Моторов нет, моторов нет. 3 мотора. Кто бы мог подумать. И на этом летать не могу, и на этом летать. Ну, я могу на том, на маленьком полетать, вот на этом. Могу подпилить один из трастеров, пока он мне не нужен. Правильно? Логично. Какой из трастеров безопаснее всего пильнуть? Петухни. Как он заглох. Вот так вот. Вот так вот. Еще один. Еще. Спасибо. Вот. Офтянг. World of Tank. Так, теперь. Что нам надо? Нам надо немножко заармировать вот это все. Какой-нибудь решеткой безопасности. Чтобы не сразу отрывало, а самой гланды. Случаи разные бывают. Что-то давно меток не видел. 55 минут. Ну что, у нас осталось с вами, дорогие мои друзья, время только на то, чтобы опробовать данный кошмалет. Проверяем. В эту сторону 1, да? В эту сторону 2. То есть налево не надо. Так, 3. Ага, ага. Вот этот надо переставить налево. Правильно? Правильно.
Амь. Так. Ну-ка, Ноу. Ну-ка, иди ко мне. Ой, не бейся. Вот сюда вот его надо переставить. Ускоряемся немножко. Когда я себе клавиатуру покрашу? В нормальный, адекватный цвет. Пробуем на полет. Пробуем на полет. И валим отсюда. Так. Давай-ка. Так, обходим эту стороной. Блин, как знал, а? Фе. Уйди с крану. Нормально? И теперь его надо просто перевернуть. Зажали кнопку мыши и жмем вверх. А можно теперь обратно? Право. Не срабатывает. Не туда. Не туда. А так сил не хватает перевернуть. Представляете, ребят? Так ему просто сил не хватает перевернуть. Дистрофик. Хреновый из тебя джедай. Конкурсы неинтересные. Е. Хватило. Откуда-то подсосался силы, силушкой. Все, поехали. Тестим. Поджигай. Не летит. Не удается запарковать. Открыто. Вперед летит. Назад летит. Вправо летит. Влево летит. Вот, ребята. Welcome to, как говорится, hell. Ну что ж. У нас очень сильно усилился наш корабль. Он бы усилился еще сильнее, если бы кое-какой мужчина с большими ушами не разбил растер. Ну что ж. Не мы такие, жизнь такая. Что ж, пойдемте обнимем Лорика. Это вот Лорик и Бартикус Барт. И я благодарю вас всех, мои дорогие друзья, за то, что поддерживаете меня. Спасибо вам огромнейшее. За то, что смотрите меня, подсказываете, поддерживаете. Всем вам огромнейший лайк за просмотр, который, скорее всего, не сработает. Нет. Извините, не работает. Ну, а с вами, как всегда, Даев. Пишите, жмите что-нибудь там. Извините, что на 25-й серии до меня дошло. Ну, а я от всей души желаю вам счастья. Берегите себя и своих близких. Берегите свое здоровье. Пусть у вас все будет хорошо и отлично. Всем до новых встреч. Всем приятной игры. Всем пока-пока. Какой-то такой последний нот. Какая-то такая с трагической ноткой.